Творческие коллективы Дворца культуры в преддверии самого чудесного зимнего праздника подарили маленьким горожанам и их родителям новогодний спектакль «Елки быть», а вместе с ним и яркие позитивные эмоции. Веселые персонажи, борьба добра и зла, верные спутники каждого человека, радость и любовь держали зрителей в ожидании развязки до конца спектакля. Ведь сказочные злодеи Баба-Яга и Леший украли у Снегурочки память, и праздник мог не состояться. Но сказка есть сказка, ей положен счастливый конец. Так было и в этот раз. Добро победило зло, а кроме того исправило злодеев, наставило их на истинный путь. Представление стало замечательным подарком для маленьких зрителей. Мученька. Я все знаю. Бабушка мне все рассказала. Она больше не будет вредничать. Мне Леший тоже все рассказал. А можно мы с вами на елку пойдем? Конечно, можно. Ура! Конечно. А свистеть людей на зверей пугать не будешь? Нет, я свистеть их не буду. Я буду петь и плясать. Пляши, Лешой, пляши. Новый год. А после спектакля всех гостей ждала интерактивно-игровая программа с конкурсами, играми и подарками. Луиза Сысоева, Денис Наддельный, Светлана Нурик. Городские новости, телеканал «Лента».